люди мы вырастаем, учимся, любим, мечтаем, дорог нам навсегда. В нем так тепло и уютно, как бы нам не было трудно, там живет доброта. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он и радость подарит. Самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом. Первые жизни уроки, радость, любовь и упреки познаем иногда. Дружбой, теплом ведь не ценим, кажется так, что изменим мы других, но не себя. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость подарит. Самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом. Жизнь так сложна и сурова, и без надежного крова так легко нас сломить, опустошить, обездолить, веру убить не позволить, больше нежно любить. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость подарит. Самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом. Где желанны встречи со Христом. Где желанны встречи со Христом. Это замечательное пожелание, я думаю, любому дому.